Упражнение номер 198. Прототипом является любая или шариковая, или чернильная ручка, которая может делать изображение на бумаге. А изобретением является ручка 3D-принтер, которой может нарисовать не только плоское изображение, она может нарисовать и объемные изображения, и изображение превратить даже в какой-то отдельно существующий объект. Итак, упражнение номер один. Нужно определить все приемы, которые использованы в этом изобретении. В упражнении номер два нужно составить уравнение функций для этого технического решения. В упражнении номер три определить все типы ресурсов, которые понадобились изобретателю для того, чтобы изучаемое нами изобретение было создано. А в упражнении номер 4 традиционно определить те недостатки для того, чтобы потренироваться в языке теории недостатков и умело их транскрибировать, когда вы будете работать с софтом, который вместо вас будет искать прототипы в базе данных 40 приемов. У нас такой софт есть, он вам известен. Ну, есть некоторый учебник, но, в принципе, все эти упражнения являются таким же учебником, кроме той пользы, которую сам по себе навык узнавания ресурсов и закрепления в подсознании реакции как бы недостатков на поле изобретений закреплялась у вас в подсознании и помогала вам в выдвижении генерации идей.